живые? А метеоры, это когда ходят метеоры? Обратно так же будет? Не, обратно полегче будет. Полегче? Да, почему? Ну, потому что мы сейчас в лоб шли, как бы, да. А потом будем спускаться, да. Так что, мы заходим в главную... Мы хотели здесь остаться. А, не-не, полегче будет. Мы заходим в главную бухту Валама, Монастырская бухта. Здесь мы будем высаживаться. У вас 3 часа свободного времени. Мы потом встречаемся там же, где вы ходили. А кто экскурсию покупал? А, ваш, значит, у вас есть экскурсия, да? Да. Ага, сейчас узнаю. А метеор тоже сортовала? И обед у нас есть. Или он откуда-то... Не знаю. Метеор сортовала и из Приозерска ходит. Ну, как правило... Хорошая погода. Ребята, это самое, им что, МСМС должно прийти, да?